Из-за матча «Шинник-Спартак» в центре Ярославля неудобства испытают автовладельцы. 30 октября с 7 утра ограничена стоянка и остановка на улицах Победы и Володарского на участках от Свободы до Свердлова. С полудня движение на этих участках закроют полностью. Если потребует обстановка, возможны другие ограничения движения. Матч 1/16 финала Кубка России начнется 30 октября в 18:30. Ожидается, что на игру приедут тысячи столичных болельщиков.